Pashkar's morning in the village begins at 6 a.m. He goes to milk the cow, then prepares sandwiches for his daughters before school. It is difficult for him to walk because his leg does not bend after unsuccessful operation. After Pashka takes his daughters to school, he goes back home to prepare firewood and melt the stove so that the house becomes warm. It takes him 3 hours to do this. After that, he goes to school for his daughters and goes to the store to buy groceries. With a small allowance from the state, he sometimes buys something sweet to place the children. Hello guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. I do a video about life in Russia, about people in Russia, about poor people. I live in a small town named Kaluga. It's about 160 kilometers away from Moscow. Before this video is starting, please subscribe to my channel, subscribe to my Instagram. There is a lot of photo video from my life. Very many people ask me how we can help your channel. I always told you the biggest help from you guys is your subscribing. And of course, if you like what we do, you can support our channel. All information about it you can find in description. All right, guys, we're started. Привет! Здравствуйте! Папа дома? Да. У вас такие собачки красивые. Иди сюда. Давно взяли? Этого нет, а этого да. Это только недавно, да? Угу. Ой, красивый такой. Как зовут их? Не знаю. Домахина. Весь угол этот зашел полностью. Угу. Это лестница там и стена. Ты один все делаешь, мастеришь, да? А? Все один делаешь. Ну, один малый помогал мне стену перебирать, приходил. Угу. А так вот это все остальное сам. Угу. Ну, вот проводку я сам сделаю. Угу. Вижу. Пойдем кроликам навести. Скажи, а животные вот что приносят тебе? То есть корова что дает? Молоко в основном? Да, а что она еще? Не, ну я имею в виду, вы его продаете или сами употребляете? Ну так, кто покупает, кто если не боится это в туалет сбегать потом в лишний раз. Там все, как говорят, привыкли к такому молоку, какому, простому. Ага. А ты нормально от него? Я? Да. Нормально, да? Да. Мой день начинается по-простому. Подъем полшестого. Вот. Пока туда-сюда уже пора там корову доить. Там минут 15 есть на перекур. Встанешь там пока кофейку попить. Потом идешь корову доить. Там чистить, кормить и доить. Вот. Тут девчонки потом поднимаются, начинают в школу собираться. Там чай попить. Там с бутербродами или с какими-то печеньями. Вот. Потом я свои дела делаю, и они уже как бы готовы к школу. Где-то 7:30 выдвигаемся. Тетрадь нужна. Маша, а как вся близки выглядит? Не знаю. Да, я не знаю, что я сейчас.
ну, делами дальше занимаюсь. То сарай вот ремонтировали. Потом, может, там надо уже что-то приготовить на первое, что-то на второе сварить, покушать. Так что день прилетает порой незаметно. Расскажи, а что ты обычно берешь в магазине здесь? Может, продукты. А что именно? Ну, девочкам всегда все покупают, честно. Да? Молодец. Ну, насчет этого, мол, как бы есть. Чего он покупает обычно? Ну, вкусняшки всегда берет. Вкусняшки? Нет, давай батон. Вот это будете? Угу. Вот это будете? А? Хочет последний. Он там не хочет? Давай. Маш, какие Маш? Перебери. Ну давай. Сколько? Ну давай две. А зефир свежий у вас? Да. Дайте две пачки зефира. А вот за... Да, вот, вот эти. Тебе одну, мне одну. Здорово съел. А, еще положить? Еще есть пачка? Сейчас положу. Так. Здравствуйте. Не забейся. А я из Питера. Придут со школы, пойдут, поедят, пойдут гулять. Вечером придут, пока они там закрывают ужин, пойдешь корову подоешь, приходишь, уже тут поужинали, уроки делают. Ну, спать ложатся где-то часов 9 вечера. В выходной могут, не чтобы поспать подольше, могут подняться вообще ни свет, ни заря, чуть не в 6 часов. Как вот эти были вот выходные. Я говорю, что вы спали бы? Не, мы выспались. Сперва одна встала, потом вторая. Ну, по выходным, как и все дети, бегают, ну, так, помогают. Там, что попросишь, там, сено корове дать, ну, травы там попоить. Вот, наберут ведра, попоют. Скажи, какое развлечение вообще в деревне? Как вы развлекаетесь здесь? Ну, играем в заповедный спецназ. Спецназ? Да ладно. Выслеживаем всех. Выслеживаете? Это как, типа казаков-разбойников, да, что-нибудь такое? Ну, мы выслеживаем, потом собираемся в нашем секретном штабе и друг другу рассказываем, какой материал получился. Ясно, прикольно. И сколько у вас человек? Ну, человек, наверное, 5-7. Угу. Маша, пойдём на мой. Погоди, ты. Кормить Ольгу, понятно. Там это, в мешке на улице, это как его, капустное листво. Ну, собак взять была моя идея. Одну собаку рыжую мы взяли у моего одноклассника, а другую черную мы взяли из почти что заброшенного дома. Там собака,
рыжая, она ощенилась, и у нее получилось 8 щенят. Там уже всех разбирали, а потом осталось там всего 4 собаки. Ну, я папку говорила взять одну. Рыжая теперь Айна собака, а черная моя. Но папе сказала то, что давай возьмем то, что будут за ней следить, потому что они такие маленькие, они такие беззащитные. Потом папа сказал, бери. Ответственность не пугала тебя? Нет. Нет? Ну, а папа добрый, сразу согласился, да? Полы подметают. Ну, они, может, и полы помыть. Стирка тоже ихняя. Сейчас опять буду с Машей этот вопрос решать. Видишь, как понавешивал мне тряпки. Вчера вытащил с машинки. Говорю, надо распрямлять. То раз нормально повесить, то вчера все куда-то спешило, видно, на гулянку. Маша хочет, да, вот жить в Кондру, мол, и там что, мол, типа, может, население больше. Не знаю, что ей там понравилось. Я думаю, она сейчас в институте поучится, ей понравится Калуга. Человек же быстро привыкает к месту. Ну, Калуга тоже провинциальный городок. Ну, провинциальный, да, я с вами согласен, ребят. А дело в том, что не все, если кто-то вырос в деревне, он так и остается в деревне. Еще пока 11 класс закончит, еще столько будет перемен. Да это конечно. Государство сейчас полностью обеспечивает, да, тебя? Получается? Да. Пенсию по потере кормильца на детей, потом детские, и я получаю 11 тысяч. А ты получаешь 11 тысяч, это инвалидность получается? Нет. Да? Я получаю, что я пока с ними. А, что ты их понял. Да. А инвалидность так и не оформлена, да, пока что? Нет. Нам ее один раз-то дали, и то после Москвы, после института имени Приворова, жалко в институте. Ага. Тогда дали сперва вторую, потому что был аппарат Ализарова стоял. Угу. Вот. Потом на следующий год дали третью, а потом вообще ее сняли. Угу. Типа, мол, у вас все зашибись. А до этого не давали. Полгода сидишь на больничном. Угу. Вот, пройдешь эту медкомиссию, приходишь на комиссию, они говорят, ну, один сустав, это типа не приговор. Короче, там что-то отрезали, и она вот такое срослась, теперь как палка. Врачи порой бывают у них это. Ой, да вы поздно обратились, да елки, да вам никто до этого не посылал. Сложно одному справляться так? Ну, конечно, нет, не легко. Надо все успеть и поесть приготовить. А что ты обычно готовишь, девчонки? Ой, да что им не готовишь, и картошка там, допустим, с рыбой, с котлетами. Ну, тоже они сейчас, ну, летом мало едят, приготовишь. Прибегут, хап-хап, все, мы наелись. Там то макароны с подливой сделаешь, щи, суп. Ну, борщ хорошо еще более-менее едят. Самое то, что вот, чтобы все успевать, вот это было вообще, это была жесть. Потому что когда ты знаешь, что там кто-то уберется, там жена там уберется, там, или жена там что-то сделает, а ты спокойно там какой-то суп сварил, там, допустим, и все, как и все. А здесь надо просто ускориться, это все надо как-то быстро, это... Ну, как бы, чтобы дом был порядок. Когда один это чуть тяжеловато. Не скажешь, что это порядок. Как бы, когда вдвоем оно вообще один. Ну, вообще была быстро. Я уже не парился вот там по поводу кухни, допустим, той. Скажи, пожалуйста, а по дому, что тебе больше нравится делать? И нравится ли вообще тебе что-то делать? В принципе, ничего, но папе тоже помогать надо. А ты готовишь что-нибудь? Или папа готовит? Ну, иногда. А что любишь готовить? Ничего. Ничего? Нет, это у них любимое, что салаты делать. Угу. Салаты, да? А с чем салат делаешь? Допустим, оливье. Паш, а ты где бы хотел видеть своих дочек? В деревне или в городе? Ну, это, знаете, это как бы уже... Им выбирать. А тебе лично бы что хотелось? Ну, мне лично хотелось, конечно, чтобы они были рядом. Ну, конечно. У меня мелко спать не ложится. Пап, пошли спать. Идешь? Я иду. Вот даже в пристройке сидишь, вот, в комнате. Ты идешь? Я иду. Порой придет, хватит свой кофе пить. Пошли хоть ужинать. Ага. Типа уже все разогрели, уже все на столе, а ты сидишь все. То есть она без тебя никуда, да? Нет. Они обе без меня никуда. Понял.
Даже шоколадку не съедят. Что, с тобой делят? Да. Я не хочу. Ну, потом, может, кофе попьешь. Ну, молодцы, как заботятся о тебе, да? Чихнул уже. Пап, что случилось? Все нормально с тобой? Заботятся, да? Да. Класс. Выплаты от государства есть, социальные все выплаты получаю вон, в полном объеме. Спасибо вам за транспорт, здорово выручает во всех отношениях, где-то чтобы привезти, отвезти, вон, даже съездить там в школу, в магазин. Кто же эти у кроликов, не понял? Ну, собаки, у кроликов. Ага. Его можно. А потом пошел утром, не обмолвил, они там уже. Глянь. Ого. Как бомжатник такой. А, это девчонки сделали дом, да, собачьим? Да, это дом собакам они сделали. Здесь, ну, и можно тут они поживут? То им холодно на улице. Угу. Вон, видишь, мы тут тряпок им настелили. Да, вижу. А вон та, это специально для кошек домик был. Вон он, три-четыре. Ага. Вот они тут, может быть, уходят. Я один раз открыл, обалдел. Ну, кто-то что-то на слежке себе сделал. А там, видишь, собакам там корм, вода у них чтобы была. Угу. А там мыло моют собак, вчера мыли. Молодцы, девчонки. Thank you so much, guys, for watching this video. I really appreciate you. Please subscribe to my channel, subscribe to my Instagram, and text your opinion about what you saw. Thank you so much, guys. Be safe and see you in the next video.